Доброе утро! Как у вас погода? Все, наш краснодарский рай закончился. И наступили дожди. Но это даже круто, потому что я думаю, что большая часть нашего населения в этом раю успела все посадить, прополоть, как я, например, палисадник. И теперь просто ждем, когда все это польется, и будет еще краше, зеленее. Травка будет опять расти. В общем, у нас дожди. И это даже хорошо. Все польет. Тут капает. Ну, дождь я тоже люблю. Мне кажется, все равно какая погода. Главное, чтобы настроение было хорошее. Я всегда знаю, что когда цветет пиона, то идут дожди, и если у меня, как у меня, кусты не подвязаны, то рассыпятся. В общем, такая вот погодка сегодня. Голуби, посмотрите, пришли. Круто. Они такие красивые. Ходят тут. И вон еще один парочка. Так, ну что, Антоха расстроен и идет в садик, да, сынок? Потому что они записали нас сегодня к стоматологу, врачей нет, сказали, что завтра в 9:30 пойдем вырывать зубчик наш первый, молочненький. Все, Антоху отвезла. Дождь до сих пор идет, уже почти 10. Не знаю, со скольки он идет, но это круто. Мне такая погода тоже очень нравится. Григорий обедает. Сегодня у нас на обед что? Кашка, пшено и мяско тушеное с томатной подливкой. Антоху отвезла в садик. Дождь шел. Гришку сейчас повезу, опять дождь идет. Вернее, он так и не заканчивался. Все, Гришка побежал. Пока, сына. Пока. Ну что, начинаем работать с шоколадом. Для того, чтобы что-то начать, нужны формочки. Любые-любые, можно даже, мне кажется, в киндер яйца заливать. В общем, все что угодно придумать. Купить формочки для льда. Так, ну у меня будут инструменты моим мальчишкам, всякие разные образцы медалек. До свидания, школа. Как раз для Гришки на 3 месяца. Выпускной из детского сада для Антохи. Здесь любимому воспитателю. И еще одна выпускник. А, ее не было. Была просто до свидания, школа. И выпускник. Вот формочки. Пестик самая клевая, по-моему. Пирометр. Будем измерять температуру, темперировать шоколад. И сам шоколад. Ничего, ничего сверхъестественного. Сейчас будем начинать. Вот что получилось из 250 грамм. Ну, наверное, здесь получается грамм 300 всего темперированного шоколада. Вот, две медальки. И молоточка пила. В общем, жду, когда все это застынет. Будет очень интересно. Как только шоколадки застыли, птички запели, наступила опять весна, солнышко выглянуло. В общем, красотень. Я глажу уже футболку Антохе. И сейчас поеду его вести на танцы. Я выехала, еду еще по хутору, так что снимать можно. Тут вообще не то, что машин, тут людей-то нет. Вот, и что хотела сказать? Хотела сказать, что собой горжусь на 150%, потому что когда у меня хватает силы воли закинуть телефон куда подальше и делать какие-то дела, которые потом мне приносят огромное удовольствие. Вот, например, сегодня я делала шоколад, темперировала, и я понимаю, что это круто, у меня хорошее настроение, погода сразу же улучшилась, и в интернете ничего без меня не случилось плохого. Так что все круто, я сегодня смогла закинуть телефон, переделать кучу дел, перепылесосила весь дом, несмотря на то, что это был не Кирби, а всего лишь Борг. Но это было круто, и сразу видно, что чисто. Не знаю. Вот, теперь еду за Антохой. Погода супер. Вообще и настроение супер, все супер. Я прям рада этому, и природа супер. Пупер.
Я сейчас еду и заметила, насколько много маков распустилось. Просто красотень. Так хочется сфоткаться. Может быть, на обратном пути остановлюсь и сфоткаюсь. Потому что маки, они же так быстро отцветают. И уж завтра их тут может не быть. Да? В общем, ладно, я поехала. Потом сфоткаюсь с маками. Духи стихи дали. Стихи дали целых два. Надо уже... А сколько тебе надо? Три. Пойдемте. А эти такие, а резинки куда их убирать? Там она стирала мои. У она грешную форму. Ты стираешь, а мои не стираешь. Да? Все, забрать. Давай. Будем фоткаться возле маков. После дождика не особенно. Здоровские еще и пчелки тут летают. Давай я тебя сфоткаю, хочешь? Вот что делает человек, который пришел со школы и увидел у мамы шоколад? Вот что делает этот человек? Ну и как тебе этот шоколад? Вкусно. Там еще у мамы пистолет с патронами. Ждет тебя. Пистолет ждет меня, патроны ждут малых. Да? Ну как ты так поделил? Патроны и пистолет все равно. Как время быстро летит, только гладила на танцы в 3 часа, теперь уже кимоно в 7 часов. В общем, все очень быстро, кимоно не стирала после прошлой тренировки. Ну и фиг с ним. И так все отлично. Потому что сегодня будет опять грязное. Ну, я так не делаю. Обычно я все стираю, это потому что выходные были очень хорошие. Так, что еще хотела сказать? У Гришки самое грязное место — это спина. Она всегда черная, вот прям всегда. Не знаю, что они там такого делают, причем только у Гришки. У других пацанов не так, но у Гришки спина грязная. Слушай, как птички поют. А вы слышите? Первая мировая была с французами, да. Да, давай одеваемся на коротко. Тогда перед Второй мировой тоже был День Победы? Наверное, но мы этого не помним. В общем, у нас тут лего. Войнушки. А вот эти мальчики идут с папой работать, да? Да. Мы вот нам огонь палим. А, огонь вы палите? Да, это нам палить. Хорошо. Ага. Зайки мои работают. Папой. Я перекусываю, ну, вернее, не перекусываю, а ужинаю. У меня каша с мясом. Ура! Так хочу кушать, уже почти 8. Ну, прям ровно 8. А вот что случилось с шоколадом. Что случилось Мама с шоколадом? Сделала такой шоколад военный. Еще мы съели это пистолет. Она сделала, нашла где-то формочки. И сделала, еще посыпала золотистым и серебряным. В лафоне был пряник. Пряник? Да. В общем, тебе понравилось? Я сейчас потом, сейчас такой канал я смотрю, потом найду и тебе скажу, где продаются блейды. Ага. Хорошо. В пятницу куда-то поедем и их купим. Будут родители против... Всегда, когда зарывается, сразу 2 очка дается. А когда просто останавливается. Ну, конечно, родители победят, но там главное запускать. Учиться запускать. На резко. На аккуратно. А то у нас арена
разлететься. Угу. И у тебя еще папа останется, он, ты еще, Ваша еще может победить. Все, сейчас буду ехать за Гришкой, сразу включаю печку. Выключаем, включаем все на тепло, потому что у нас чего-то похолодало. Сейчас вот 17 градусов показывает. Но из-за того, что все это сыро, в общем, прохладно. Поэтому я сразу теплый воздух. Фонька с папой. И с кем? С Рексом встречают нас. Глазка. А? Глазки. Тут глазки. А, тут грязька, да? А тут грязька, сынок. А тут Рекс. Я думаю, что это за эти, папа, за волосы валяются потом по всей этой. Пап, ну ты их тут не гинуй. Папа. Пап, ну... Убери их. Ты сейчас собирай. Спасибо. Кошкин дом? Загорелась кошка вот. А ты что, знаешь, кто такой кошкин дом? Расскажи. Можно у тебя морковки? И томата? Ну, ты сам полез к нему в тарелку.